желаете в наступающем году. Женщин, да вы скрываетесь от налогов. Боже мой, да. Боже мой, да. Боже мой, боже мой, боже мой. А что итальянский мы отдел? Мы скрываемся от налогов. Наступающий. Сержева. Я тебе желаю побольше выписки, еще большего успеха. Я буду платиновым, а ты бриллиантовый. Сережа, скажи нам, скажи, что мой комп начнет летать как ласточка. Что сказать? Что мой комп начнет летать как ласточка. Начнет. Но, так, деньги не тащим. Анечка, расскажи нам, какой у тебя хороший машина. Очень хороший. Ну, нет, с ума сошла. Ну, давай уже. Работы пока есть место. Слушайте, тарификатор Инна мне сегодня напоминает Аллу Михеева с рубрикой «Острый репортаж». А радуйся, что не Елена Летучева. Короче, расскажи что-нибудь хорошее о твоем муже. Ты знаешь, что работает? Он сказал, что да. Да, да, горит. Ну, что я могу сказать? Прекрасно. Говори, давай, пока. Вообще, я красавчик. И секрет, что я его люблю. Ну, конечно, люблю. Таня Худякова. Боже мой, у этой женщины сегодня юбилейчик. Вот сюда, пожалуйста, направьте камеру. Твой юбилей еще не возраст, а только бархатный сезон. Это мое последнее состояние. У тебя, моя дорогая, это не бархатный сезон, а только начало жизни. Я предлагаю выпить. Мы же подруга. Ну-ка скажи своей жене, как ты ее любишь. Она сказала, все, ты подумаешь. Скажи, что я люблю? Вот ты мне прям в лицо, да не ты, как так. Вот.